Здравствуйте, видеообзор Huawei P60 Pro. Телефон в идеальном состоянии. Ни одной царапинки, ничего нету. И на стекле защитная пленка. Защитная пленка, царапин никаких нету. Ни по бокам, ни на стекле, и на задней крышке тоже ничего нету. Сейчас продемонстрирую. Все в идеале. На камере тоже никаких царапин, ничего нет. Все в идеале. Красивая крышечка. Пленочки. То есть тут стоит пленка. Немножко, конечно, она сбоку отошла. Ничего страшного. В комплекте также есть коробка. Чехол вот такой вот. Коробка. Документы. Чека покупки. Телефон на гарантии. Покупали его за 60 тысяч. Какого числа? 8 сентября 2023 года. То есть еще до сентября есть гарантия. Ключик, документы в комплекте. И новое, считаю, оригинальное зарядное устройство с быстрой зарядкой. Пленочки все, 88 ватт. Шнурок тоже оригинальный Type-C, USB Type-C. Проверим телефон полностью. Экран родной, засветов нет. Все шустро работает. Так. Позже. Все, сенсор быстро отзывается. Позвоним оператору, проверим связь. Кнопочки и громкости все работают. Здравствуйте, это Сбербанк. Я ваш виртуальный ассистент. Разговорный динамик все работает громко. Оператор. Проверим внешний динамик. Я поняла, что вам нужен оператор. Тоже все работает. Уточните, пожалуйста, что вас интересует. Проверим зарядочку. То есть гнездо не разболтано. Телефон новый абсолютно. Все полностью заряжается. Еще раз продемонстрирую. Все, зарядка идет. Камера. Внешняя. Запишем видео. Так. Фонарик. Все рабочий. Видео. Так. Передняя камера. Видео.
Камера полностью и передняя, и задняя рабочая. Фокусировка рабочая. Wi-Fi вот у нас ловит. Так. О телефоне проверим. 8 гигов, 256. Huawei P60 Pro. Симочку все видит, все отлично. Что еще? Ну, проверим. Зайдем на YouTube, в интернет куда-нибудь. Ну, допустим, пусть будет Яндекс. Шустро сразу зашел, хоп-хоп, все. Так, не понял. Стереодинамики, хороший громкий звук. С двух сторон. Хороший, я бы даже сказал, отличный телефон. В идеальном состоянии, новый. На 20 тысяч дешевле. Даже на 15, наверное. 15-20 тысяч. Разница от магазинной цены. Очень выгодная покупка. Шустренько работает. Спасибо за внимание.